والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Хотим поздравить от имени студентов Исламского университета имени Ашари всех мусульман с наступившим месяцем Рамадан. В достоверном хадисе передается: поистине в раю есть врата, называемые Ар-Райян, через которые войдут постящиеся в день воскресения, и не войдет через эти врата никто, кроме них. Поэтому я искренне желаю всем нашим братьям и сестрам, чтобы врата Раяна были открыты для вас. Желаю всем нам искренности в поклонении и в совершении благих дел. Пусть Всевышний Аллах облегчит нам всем совершение благих и богоугодных дел. Дорогие братья и сестры, студенты и преподаватели, поздравляю вас с этим священным и благодатным месяцем, месяцем Корана и постов. В этом году месяц Рамадан пришелся на период экзамена, поэтому желаю всем студентам, чтобы они хорошо сдали экзамен.